гостиком со всеми поздоровался, а познакомиться забыл. Давайте это сделаем. На главной сцене тренера нашего дельфинария Эдуард Багдасаров. Нас спрашивают, сколько он ест, сколько он весит. Кушает много, друзья, это правда, ни для кого не секрет. Кушает от порядка 30 килограмм рыбки в день, а вес его составляет 1500 килограмм. И это только начало. Он не остановится. Начинаем играть. Дирижирует Эдуард Багдасаров. Офисная сирена.